Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Хочу немножечко так обзорчик такой сделать. Знаете, я пока еще не готова, чтобы снять видео, потому что я только недавно приехала, пару вот как, наверное, 2 дня, да, и у меня немножечко тут много, ну, как бы, всяких проблем, забот, в общем, работ по уборке квартиры, и, в общем, все такое, вы меня понимаете. Меня почти месяц дома не было, да, муж один был. Ну, сами знаете, что мужчина есть мужчина, да. Хотя он у меня так все делает, но все равно, да. Вот. И вот я просто хочу вам обзорчик такой небольшой сделать, показать, что я вот какие платочки купила, так примерненько. Кто знает, тот увидит и поймет, да, кто разбирается. Вот, так, вот такие платочки я купила, вот это у меня шальки. Вот это вот с этой стороны, вот это шальки, да, а вот это платочки. Ну, в общем, вот это вот я купила, да. Я не сильно так много не брала, но еще кроме этого я все-таки взяла еще шелковые вот такие вот платки, где они у меня тут, вот они, да, из шелка. Они такие небольшие тоже, вот. Я решила, что они мне нужны. Они очень красивые, вот. Они как раз сейчас актуально будут весной с пальто. С курткой, посмотрите, какие. Вот, я делать буду обзорчики обязательно. А сейчас пока небольшой вот такой обзор вот таких платочков. Вот. Вот такие вот взяла. Ну, я посчитала, что мне пока хватит. Знаете, девочки, не все сразу, да, все постепенно. Я не хочу набирать полный чемодан платков, потому что, ну, я считаю, ну зачем, да. Лучше постепенно, может быть, потом что-то я еще захочу. Я пока взяла то, что я, ну, как бы хотела. И то я, как сказать, не все взяла то, что я хотела. Потому что, девочки, на, как сказать, в магазинах не все бывает то, что ты хочешь. Вот, допустим, я много платков не взяла то, что я хотела. Вот то, что я список себе составила в хотелочках моих, много не было. Ну, ничего страшного, я не отчаиваюсь, да. Не первый раз я поехала, я еще поеду. Так, Сережка у меня что-то откуда-то выпала. Я еще поеду, да. Вот, и обязательно что-то себе еще прикуплю. Вот, Сережки мои, они просто мне сюда, как сказать, приклеились. Тут магнитик, да, вот, видите, тут лежало все. Вот, обязательно все куплю, то, что я хочу. Может быть, как-то... Девчонки мне помогут, спешусь, может, они все-таки мне вышлют. Я вот разговаривала с Катериной, которая заведующая вот этого магазинчика, где я брала в Омске. Ну, в общем, они как-то, видите, нежелательно за границу это все высылают, да, это немножечко проблематично. Но, может быть, если она пойдет мне на уступки, если какие-то платочки будут, вот я хотела сказку, что я еще хотела, рябинушку, вот не было, понимаете. Вот, снятку там некоторые платочки тоже хотела, не было. Ну, ничего страшного, да, со временем, может быть, я что-то куплю. Ну, в общем, девочки, я еще что хотела сказать. Некоторые платочки из моей старой коллекции, наверное, я хочу продать. Хочу продать, я потом просто скажу, что я хочу продать, да. Может быть, кому-то нужно будет, кто в загранице живет. Девочки, у кого нет возможности купить платочки, да, может быть, кто-то и захочет у меня их купить. Вот. Ну вот, а сейчас я просто так немножко покажу. Вот этот платок я не покупала. Вот этот платок был подарен для мамы. Вот для мамы. Этот, по-моему, как подкова. Но она его один раз одела и говорит, я его не хочу. Он сильно для меня яркий, хотя она очень красный хотела. Я специально для нее этот платок купила, подарила ей, а он у нее просто лежал, раз одела, и все. И сейчас я приехала, она мне говорит, забери его обратно. Ну, пришлось мне забрать, что делать. Вот. Ну, такой платочек вы тоже, наверное, все узнали, да, это лето, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Вот этот яркий, он очень красивый, очень понравился мне. Обзорчик, конечно, я говорила, я обязательно, девчонки, все вам буду делать. Вот, вот этот вот, я уже забыла, как он называется. Я хотела его тоже в другом колорите, вот этот вот. Но не было, девочки. Видите, я говорю, не всегда все бывает, то, что ты хочешь. Я обязательно потом как-то, когда будет что-то другое или в другом колорите, я приобрету этот платок. Как же он называется-то?
Девчонки, знаете, мне многие говорят, как вы занимаетесь платками, не помните. Да, господи, я последнее время вот стала заниматься, а до этого как-то я их покупала, и они у меня все лежат, лежат, я их даже не носила. Так вот вытащу, посмотрю, дома прохладно, одену, похожу и обратно. Вот, вот этот вот Павлово-Посадский, по-моему, платок, если память меня не отшибает, или я помню, да, вот этот вот. Тоже он мне очень понравился, он такой освежающий, красивый платочек. Вот. Вот этот вот, по-моему, зима. Колорит тоже вот, девчонки, я вам сейчас колориты не буду говорить, потому что я не помню. Я буду как говорить, когда буду уже конкретно обзор на платки делать. Вот этот зима, очень красивый, он в таком бирюзовом оттенке. Вообще шикарный платок, очень понравился, очень. Вот, вот это тоже уже не помню. Вот я его хотела тоже в бирюзовом цвете, вот этот вот. Но он в голубом, тоже очень шикарный в голубом цвете, очень понравился. Вот, вот этот вот, видите. Ну, кто знает, то разбирается. Вот этот я помню, этот финифт называется. Очень мне тоже он понравился. Я вот в этом колорите именно его хотела. Там тоже другие еще были. Ну, может быть, в следующий раз я и что-то другое куплю. Видите, все валится. Некуда складывать, девочки. Уже все забито. Шкафы ломятся. Вот, на днях хочу разбирать свои шкафы, что не надо, все вынесу в мусорку. У нас специальные контейнеры стоят, да, где можно все это выносить, выбрасывать, кому что не надо, это все идет в Красный Крест, там, может быть, кому-то отдается, где-то что-то куда-то увозится, не знаю, девчонки. В общем, вот такой платок, это, по-моему, единственное или любимое. В общем, знаете, я тоже вот сильно вот, девчонки, я не понимаю сильно, не разбираюсь. Извиняюсь, конечно, можете меня осуждать, но я говорю, я последнее время стала платками увлекаться, вот хотя они у меня есть, да, вот, наверное, полгода как. Хотя покупала, лежали, все. Ну вот не помню, понимаете. Вот такой, очень понравился, у него белая кайма, очень красивый. Вот это что, шали, да, я купила. Вот это у меня то, что я купила, платки. Эти платки были по скидке, у них была акция, и я купила их. Я говорю, много я не стала, девочки, брать, потому что, ну, зачем? Я считаю, что я лучше потом еще куплю, что я еще хочу. Я купила вот молитву. Я хотела, конечно, на таком кремовом колорите, да, но его не было. И вот этот черный мне очень понравился. До этого я взяла голубой, я уже говорила, но мне пришлось его обратно сдать. Так как я пришла, померила, и что-то мне он не понравился. Не знаю, почему-то вот как-то я в нем потерялась. А вот этот вот он мне, в общем, как-то это освежает, как-то даже молодит. Хотя он такой, говорят, мрачный. Моему мужу не понравился. Он сказал, он такой мрачный. Ну, вот так вот. Вот эти платочки очень шикарные. Я вообще на них даже не смотрела и не обращала внимания. Но когда я их увидела вживую и примерила, это что-то. Очень красивые. Тут такие ягоды шикарные. Они смотрятся великолепно, знаете. Ну, вообще шикарно просто. Вот это тоже платок. Я тоже на него не обращала внимания. А потом, когда я его тоже примерила, вот, он просто тоже шедевр какой-то. Красивый, красивый, освежающий такой, знаете. Вот, вот это вот платочек королева... Ой, подождите. Русская красавица, королева красоты, хотела сказать. Русская красавица, девчонки, шикарный, нравится. Ой, что-то мне с горла. Быстро говорю. В общем, хороший платок, очень нравится. Я о нем тоже мечтала, я его хотела. Но муж мой сказал, говорит, у него рисунок какой-то, говорит, это, как сказать, какой-то не русский, какой-то там это, типа, ну как, какой-то азиатский. Я говорю, да, ну... Ну, мне знаете, что в нем понравилось? У него бирюза такая красивая, такие бирюзовые цветы, зеленые такие, знаете, он тоже очень освежает, красивый. У него шерстяная бахрома, вот, по-моему, вот у этого платочка, да, шерстяная вот у этого, да. А у этого, нет, у этого шелковая бахрома, это уже другое идет. Вот, смотрите, я вот эти платочки, да, взяла в двух колоритах, вот такой колорит, и вот такой колорит. Ну, они такие, девчонки, шикарные. Вот это вот осень-осень, вот этот вот, вот этот вот. Прям осенние такие, знаете. Ну, в общем, как сказать,
осенью красиво его носить с курточкой, там, с пальто. А вот этот вот какой-то такой тоже. Ну вот посмотрите потом, когда я буду мерить. Вообще шикардос. Он так смотрится. Он шикарный-шикарный. Вот обратите на него потом внимание. Потом, конечно, сделаю все. Девочки, и вот этот вот тоже. Как же он называется? Царевна или... Нет, не царевна. Как же? Царь Несмеяна или какая-то? Ну что-то такое. В общем... Не помню. Вот, смотрите, вот он мне тоже понравился, что он в зеленом, в таком, как сказать, ну, в общем, цвете. Очень красивый, такой шикарный. Ну, шикарный просто. Вот, девчонки, нравится. В общем, а вот это то, что я сама там шила внизу, там такие вот снуды я делала. Ну, в общем, вот такие вот платочки, да, я взяла, девочки. Вот это вот. Я считаю, что на вот это вот хватит, понимаете? Ну, я считаю, ну, не надо мне столько прям набирать, там, как многие говорят, по 30 берем, там, по 40, но мне столько не надо. У меня там еще хватает уже, знаете, куда их солить, что ли. Вот, и шелковые вот эти красивые. Сейчас вам немножечко обзорчик сделаю, так вот, чуть-чуть. Вот такой платочек шелковый, видите, какой он красивый. Он такой, знаете, у него... Ну, в общем, под всю одежду. Шикарный. Это мы с мужем. Когда расписывались. Вот видите, какие были. Вот. Вот этот вот, смотрите, он тоже такой шикарный, красивый. И когда его увидала, конечно, я не могла его не взять. И вот этот вот тоже. Сейчас как раз актуально их носить. Вот этот шикарный платок. Такие гортензии здесь красивые. Вот. И вот этот вот тоже. Он с розами, с такими, такой нежный. Посмотрите, какие красивые. Большие я шелковые не брала. У меня два есть, пока хватит. В следующий раз я, может, что-то возьму. И вот этот вот очень красивый. Тоже шикарный платок. Девчонки, вот такие шелковые платочки я взяла небольшие носить. Вот. Я где-то планирую опять осенью где-то ехать, потому что я хочу паспорт себе делать. Я сейчас себе снил сделала. Девчонки, у нас зима на улице наступила. Прям метет. Сейчас вам покажу. Уже третий день. Представляете, я зиму привезла. В общем, такие платочки. Девочки, я планирую ехать осенью, потому что я сейчас получила СНИЛС. Мне надо делать паспорт себе русский, внутренний. Вот. Поэтому вот, все закрываю, дальше перехожу, покажу вам, что у нас на улице творится. Я тут же еще, знаете, насадила этих. Сейчас покажу. Смотрите, зима. Зима. Посмотрите, что творится. Сегодня 7 апреля. Ужас. Ужас, у меня там на террасе все. Я тут, как сказать, позавчера, почему я говорю, у меня время сейчас не хватает. Я привезла с России семена, вот, и я посадила. У нас, конечно, семена не так дешево стоят, и саженцы. В том году я садила саженцы, видите, я так вот в таких вот баночках пообрезала, и так вот, такие подела, как теплички сделала. Потому что... Я очень много денег тратила на эти саженцы. У нас очень дорого все это стоит. Вот, сейчас я вам покажу, что я еще посадила. Ну, вот такие вот. Тут несколько, да, вот таких вот. Вот это вот. У меня цветы стоят. Вот это вот. И вот, вот здесь вот, да, разных таких. Тут вот, видите. И вот этот вот тепличку тоже такую сделала. В общем, сидят они у меня здесь. Пускай пока. Вот, что у меня тут еще. Ну, в общем, вот такие разные. Вот, цветочки. В общем, посадила, да. Посмотрим, что я выращу. Покажу вам. Вот, тут выбросить у меня надо. Цветок завял. Вот муж мой, ну как, он сильно так вот это не поливал. Это же зимний цветок. Вот этот звезда, да. Видите, он у меня как весь. Вот этот у меня растет. Но на улице, конечно, катастрофа, девочки. Катастрофа. Посмотрите, что творится. Посмотрите, все заметают. Я не знаю, что это у нас такое в Германии. Сейчас на улицу выйду, вам покажу, что творится на улице. Посмотрите, у меня все занесло снегом. Ужас. Лейка валяется. Все горшки вон в снегу. Боже, витрина, холодно. Я боюсь, что у меня вон завязает цветок. Бедный. Я вообще не знаю. Все пропадает, все в снегу.
В общем, в этом году не знаю что. И у нас уже начали почки распускаться, цветочки распускаться, и они все замерзнут. Минус 1 градус. В общем, жалко, очень жалко. Цветочки бедные стоят. Вот такой вот, такая вот пурга, прямо пурга-пурга. Все заметает. Не знаю, что, как, что это такое. Вот. Так что, девочки, очень холодно на улице. Смотрите, что творится. В общем, девчонки, на этом я буду с вами сейчас прощаться, да? Сейчас еще платочком перейду. Вот. Вы ждите, обзорчик будет скоро, просто мне сейчас немножко не хватает времени. Все, все увидите, все узнаете. Ну, вы так уже увидели, что я тут накупила, да, красоты вот этой вот. Тут у меня картины с Праги стоят, ездили в Прагу, вот такие вот купила. Но их надо в рамочку, но я что-то их так поставила, не знаю. Ну, красивые, видите, какие. Прага, смотрите, это площадь. Вот, Новый год мы встречали. И вот такие картинки я там купила. У меня где-то еще одна там есть. Сейчас покажу. Покажу. Красивые они. Так, вот такая вот. Смотрите, как, какая красивая. Вечерняя Прага. Ой, прелесть. Вот, а вот эти вот сейчас у меня еще одна есть. Сейчас вам покажу. Вот. Тоже красота, правда? Не могла мимо пройти. Прям художники стоят, рисуют. Ну, вообще... Очень понравились такие картины, прям шикарные. Ну все, девчонки, да? Все, до новых видео на канале Мое Хобби, да? Вот. Всем пока-пока, девочки. Всего хорошего.